начинается, как в прошлом году. А все почему? Потому что мы едем на море. Все, нас отсюда не выпустят. Никакого вам моря. Мы сейчас едем на море. И нам вообще по кайфу. Сейчас отправляемся в поезд. Ура! Вот они, три человека, которые тоже снимают влоги. Ваня все сказал, поэтому добавлять нечего. Продолжайте смотреть влог, лайк, подписка. Это да, йоу. Это все. У меня по ссылке в описании можно найти много интересного. Так что давайте удачного просмотра. Просто посмотрите сейчас, как темно на улице. Это вот, вы вот это вот видели, ребят? Мы сейчас на такси на двух поедем. Кайф? Все, садимся на скамейку, ждем такси. I remember those days when we didn't need nothing but each other. I remember those days when we didn't need nothing but each other. День добрый. Серьезно? Котельниково. Часики такие у нас. Вот магазинчики продают тут все разное такое. А мы едем, разглядываем сканворды, кушаем чипсы. Я пока что у Маши с Ваней. Мы ходили утром ко мне с Машей. Там недолго побыли. И вернулись. Вот. В принципе, все. Продолжайте смотреть Сиди видео. Опа, у нас срочное новое включение. Мы где? На станции ремонтной. Меня только не показывай, а то я вообще спала. Вот такая вот станция, 12 минут. Скоро будем обедать и будем ложиться немножко отдыхать, потому что ночь была такая бессонная, и спать хочется. Вот сейчас я вам покажу готовое. Ванины сланцы. Ну, это не его сланцы. Его носки, его сланцы, ребят. Все, с кайфом. Так, здесь никого нет, пойдем покажу. Ну, конечно, нет. Мои носки. Тут красивее, ребят. А Маша в моих носках. Вот так вот. Ну, короче, мы едем дальше. Подписывайтесь, ставьте лайк. Приятного просмотра. У меня будет эксклюзив. У тебя такого не будет, Надя. Ну вот мы же едим. Очень вкусно. Ване зашло. Я сейчас тоже буду есть.
Не разрежен телефон. Заметно. Маша. Станцию Кавказская. Это последняя длительная остановка. А дальше длинных остановок уже не будет. Мы ляжем спать, потому что вставать нам в 4 утра. Все, пока. Скоро мы будем выходить. Не знаю, видно вам. Нет. Мы короче, нет. Море. Сейчас мне авторские права выдадут еще. Ух, какое оно красивое. Боже мой. Сейчас время. А здесь есть, наверное, море. Во. Море. 4 утра. Море. Этого. Море. Куда мы приехали? Море. Так вот, мы приехали в Лазаревскую, сейчас поедем заселяться. Надеюсь, нас встретят. Ваня уже в шоке, все в шоке. Вот. Не как вьючные ослы, но как вьючные ослы. Продолжайте смотреть видео. Очень крутые 10 дней на море. Это, кстати, тоже будет следующее видео на моем канале. Поэтому подпишитесь, поставьте лайк, чтобы не пропустить. Можете еще написать комментарий и посмотреть, что есть в описании. Мне кажется, там что-то 100% для вас будет. Ну, короче, надеюсь, вам понравилось видео. Всем до новых встреч, всем пока.